парня, который однажды проснулся знаменитым и теперь является лицом модных журналов. Ну что, пришла пора познакомиться с Юрием. Ромчик, у меня от этих стульев задницу сводит. Начнем сначала. Меня зовут Рома, и я модный московский фотограф. Я, бабань, не только голые жопы фотографирую, я еще и сиси. Здорово, Ромчик! Ты говорил, у него инвалидность? Он просто наивный очень. Зарплата пришла! Беги, Юра! Беги! Получается, ты за мной шпионил? Делаю про тебя спецпроект. Вся правда про жизнь дворника в России. Зачем? Вот оно. 3, 2 Здравствуйте. Пришли снимать репортаж про дворника Юру. У тебя очень добрая улыбка, не прячь. Он же капризный, как ребенок. Делает, что хочет, не слушает меня. Ромчик, ну ты дубина. Нас приглашают на федеральное телевидение в Москву. Вот! Якубовичу передадите. На голые девочки, модные журналы. Дальше-то что, Ром? А вот Юра, это твое. Ты меняешь мир, когда рассказываешь такие истории. Если ты будешь говорить все, что ты думаешь, люди подумают, что у тебя проблемы с головой. У меня вообще справка есть. Верхом на звезде. Врать — это плохо. Не врать, притворяться. Можно с вами сфоткаться? Я Юра Дворник. И я лечу к звездам. Выпей кофе и скажи, кайф. Кайф.